Сегодня 17 сентября 2016 года. Вот это Исааки работает с отцом Андреем. А это Игорь Барабаш с одного отделения в другое перетасывает. Три ступка. Раз, два, три, четыре пролета. Вот как гуси пришли, поели, рядом пруд. Это Люба Минаева одна живет. Чем живет? Держит гусей. Одна женщина раньше коров несколько держала, овечек сколько, 7 пород куриц. Сейчас еще пчелами занимается. Хороший у нее садок, огородчик. Вон как. Потихоньку подойдите, ну-ка. Потихоньку подойди к гусям, подойди. Тега, наговаривай, тега, тега, тега. Ну как разговаривают. Жалуются, жалуются, что их рубить будут осенью. Разговаривай с ними, разговаривай. Тега, 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 тега. Да хорошие теги такие. Овечек зовут Баря-Баря, а свинья щух-щух-щух. Вот Степа разговаривает с ними. Посчитай, сколько их. Вот Виктор Николаевич, Ольга Николаевна, сестра его, пришли в храм. Сегодня у нас суббота, вечернее богослужение. Вот зашел, посмотрел, что делается на складе. Это непрерывно тут рядом. Вот повернусь сейчас. Вот, а это склад, где мы были. Это зерноочистительная машина. Вот тут что-то на улице. Зерно. Куча какая огромная. Непрерывный труд. Это по заповеди Божией. Ох, как Варлаам торопится в храм. Варлаам торопится в храм. Добрый день, говорит, да, Варлаам? А ну-ка подойди к гусям потихоньку. А, Варлаам, ну-ка подойди к гусям, скажи, тега, тега. Никита что-то приболел. Он, вот он идет, в храм не опоздал. Бегал, искал телку потерянную, и потел, и простыл. Вот так.